Иного я и не ждала. Теперь, мой друг, прошу вас помочь мне и поговорить с моим сыном. Ему надо все объяснить. С ним сейчас доктор Боткин. Пусть он придет ко мне. Здравствуйте, господа. А что это вы там делаете? Ищем бригет. Папин подарок. Где волосы куда-то? Евгений Сергеевич, было бы хорошо, если бы вы навестили Ее Величество. Она сейчас в большом кабинете. Ваше Высочество, я к вам позже зайду. Угу. Алексей Николаевич, у меня для вас новость. Какая? Завтра приезжает ваш отец. Вот здорово. А мама знает? Ну, разумеется, она мне об этом и сообщила. А во сколько приезжает папа? В 11 часов. И больше в Могилев он не поедет. Почему? Потому что ваш отец более не хочет быть главнокомандующим. Значит, я никогда больше не пойду с папой в ставку и в войска? Ну, не огорчайтесь, ваше высочество. У вашего отца теперь будет значительно больше свободного времени, и вы сможете чаще видеться с ним. Дело в том, что ваш отец не хочет быть более императором. Почему? Он устал, и в последнее время у него было множество всевозможных трудностей. Ах, да. Мама мне говорила, что когда он уехал сюда, его поезд арестовали. Но после папа будет императором? Почему? Ваш отец отказался от престола в пользу брата своего, великого князя Михаила Александровича. Стало быть, теперь император не папа, а дядя Миша? Великий князь Михаил Александрович тоже отказался от престола. Но если не будет императора, кто же будет управлять Россией? Ну, Россией будет править Временный комитет, созданный Государственной Думой до созыва учредительного собрания. Возможно, тогда ваш дядя Миша взойдет на престол. Откуда это у вас? Подарок. Чей подарок? Их Высочество Алексея Николаевича. Вы не обижайтесь, боцман, но я должен проверить, таков порядок. Да вы присаживайтесь. Дело ваше. Проверяйте. Только уйти я должен до 4. Я с господами оставаться не могу. Не себе. Я понимаю, понимаю. Постараемся выяснить быстрее. Ты почему плачешь, милый? Мне папу жалко. Где ты была? Почему долго не приходила? Дела задержали. Прости меня. Еще мне боцмана жалко. Почему он от нас ушел и даже не попрощался? Боцман плохой человек. Позабудь о нем. Неправда. Он очень хороший. Он мой друг. Боцман нечестный. Нет, мама, ты не имеешь права так о нем говорить. К сожалению, имею. Нет, не имеешь. Успокойся. Вот. Это твой брикет. Где ты его нашла? Я его потерял. Милая, нашла его не я, а дежурный офицер. И знаешь где? Где? У боцмана Деревенко. Как это? Очень просто. Боцман взял его у тебя и теперь сидит под арестом, как вор. Неправда. Он не крал его у меня. Я ему его подарил. Боцман хороший. Ты говоришь мне правду? Да, боцман хороший. Ты сказал, что потерял? Да, сказал. Я просто забыл, что его уже подарил боцману. Когда же ты успел? Когда ты ушла, тебя не было. Ясно.
Ты знаешь, что мы сейчас сделаем? Я позвоню дежурному офицеру и попрошу его освободить твоего друга боцмана. Я велю ему передать твой подарок и принести извинения. Ты доволен? Мамочка, я тебя очень люблю. Прости меня, пожалуйста. Все в порядке, боцман. Можете идти. Ваше Величество, это полковник Кобылинский, новый начальник караула. С ним штабс-капитан Кацебу. Прошу вас. Ворота бывшему царю. Сынок. Сынок. Родные. Кто там? Ваше Величество, прошу прощения, это граф Бенкендорф. В чем дело? Ради бога, простите, Ваше Величество. Комиссар совдепа Масловский хочет видеть Его Величество. Какой комиссар? Какого совдепа? Я сейчас все объясню, Ваше Величество. У государя мигрень. Он ужасно измучен. Что еще им от него надо? Только убедиться, здесь ли он во дворце. Сэр! Ваше Величество, посмотрите в окно, умоляю вас. Ники, мальчик, послушай, родной мой, надо встать, одеться и пойти. Там ждет тебя комиссар совдепа Масловский. Он очень хочет тебя видеть. Ники, милый, зачем? Любимый мой. У меня ужасная мигрень.
Надо встать и пойти. Ты должен, пупсик, должен. Ой, зачем? Здравствуйте. Ну, я пошел.